Все, сел, пойдем посмотрим, сколько денег. 878 тысяч! За один заход, обалдеть! Да, это вообще пипец. Так, давай туда же телепортируемся. Всем привет! Здорово, кодогеймеры! Мы начинаем очередную серию по Roblox, и сегодня у нас... Майнинг-симулятор! Майнинг-симулятор! Мы в него еще никогда не играли вдвоем. Ну, я вообще-то играл. Нет, Димон играл, но мы на видео не снимали, не играли, да. Так что... Посмотрим, что получится, даже не знаю, что здесь можно снимать. Я вообще так. Здесь практически впервые, как, так, обычно, смотри, как обычно. Смотри, здесь у нас шахта. Видишь, тут написано The Mine? Да, можете написать, да, что я нуб, я знаю. Да, вот, да. Смотри, вот, кстати, тут подписчики, вот Роман тут. Ян где-то бегает, вот Куба. Отлично. И так далее. Ну все, давай, показывай. Вот смотри, вот здесь майн, смотри, бери, у тебя кирка есть. Окей, взял. И теперь просто копай. О, нифига, я провалился куда-то, жесть, какую-то яму. Не знаю, куда. Вот, смотрите, у меня сейчас видно, вот, смотрите, просто копаем, нам начисляются денежки. Ну да, это, я думаю, все знают, кроме меня. О, Ян. Да, давай. Ян Яныч. Нам нужно, короче, как можно больше материалов. Как можно больше материалов, как можно больше бабла. Я кварц пока прокопал. Кварц. О, голден чест. О, прикольно. Золотой сундук. Голостой сундук. Голостой тундук. Хотя он дает по 1000 монеток. Отлично. Деньжат у нас не так много, но... О! О, ты куда-то провалился, круть. Ну, это прикольный остров, кстати, вот здесь. А, я куда-то еще упал. Ой, я сильвер. Ты золото сильвер нашел? Нет, это сильвер. Ой, серебро. Да. Я что-то совсем стал путаться. Серебро, дайте нам серебра, дайте больше серебра. Слушай, я пошел в самый конец. Офигеть, как-то глубоко. Отсюда потом как выбраться-то вообще? А тут видишь кнопочку To Surface, и тебя телепортируют. А, To Surface, это типа обратно на поверхность, отлично. Сейчас мы, короче, будем майнить. И что нам надо деньги? А для чего нам нужны деньги? Чтобы покупать новое оружие. Окей, для того, чтобы добывать больше денег, да? Это кто-то до тебя уже прокопал? Смотри. Лава. Тут что-то как-то медленно, скучно, да? Что-то как-то плохо копается. Надо, наверное, проапгрейдить нам оружие. Слушай, так, подожди, пошли. Давай-ка в шоп пойдем посмотрим, что мы можем себе позволить. Пойдем в шоп. Да. Так, тулс. Так. И что тут есть? ТНТ? О, может, ТНТ? О, смотри! Нюк? Да! Это ядерная бомба, что ли? Так, а ну-ка. А она, интересно, один раз взрывается или нет? Я думаю, что не один. Один раз купила, она один раз... Она робуксы стоит. 400 робуксов. Ну, давай купим, что теперь делать? Один разочек-то можно. Нет, не надо, зачем? Ну что, покупаем? Покупаем. Ой, у нас теперь есть... О, а это что? Телепорт какой-то? Тоже надо купить, что ли? Давай купим. Блин, капец, ну давай. Окей, купили телепорт и купили бомбу какую-то. Пойдем испытаем ее. Подожди, где ты? Я хочу с тобой быть рядом. Подожди. Подожди меня, где ты? Йо, посмотри. Такой похвастался всем. Ну пойдем. Посмотрим, что она будет делать. Так. Шендербендер. Так, прыгаем в одну из ям. Сейчас будет что-то взрыв. А зачем ты на поверхности-то ее? Круто. Крутая, да? Крутая бомбочка. Так, да, ее надо внизу. Давай вот здесь где-нибудь. Осторожно. Это прикол. О, нормально, денег сразу тебе подкинули. Отлично. И таким образом можно ее бесконечный раз использовать? Да. Круть. Класс, по 1250 добавляется. Отлично. Да. А этот, как использовать, который ты купил, второй-то? А. Да. Так. А, то есть, ты понял? Ты отсюда, да. Ты, то есть, можешь вернуться наверх и потом сюда же телепортироваться, понял? А. Для того, чтобы удобнее было перемещаться. Давай, взрывай еще. Так. Так, давай, ложим. Сейчас не буду шок... А, сел. Да, надо продать. Ты накопил уже полный рюкзак. Чик, обратно, видишь сюда? Где телепорт стоит, ты туда телепортируешься. Его можно переместить. Да блин! Игроки мешают. Тык-тык. Сейчас он будет в шоке. И чё? А, вот все, да. Ой. Да блин, ну хватит копать! А тебе надо апгрейд сделать, что-то он всего 4500 стоит. Ты можешь проапгрейдить. Сейчас. Ну-ка. Сейчас будет взрыв, ну-ка, давай посмотрим. Вау! Круть, себе целую комнату под землей построил. Теперь я здесь буду жить, да? Опа, сейчас обсидиан взорвется. Обсидиан, наверное, не берет бомба. Нет. А, да, смотри, реально разрушает.
кто-то хочет с тобой обменяться. Вот там, видишь, wants to trade. А что он хочет предложить тебе? Ну, я не знаю. Accept нажми, что он хочет. Ну-ка, посмотри. Вон, он предлагает тебе шапку. Видишь шляпу? А я ему отдам океан. А что это такое? Это раскраска для вещей. Ага. Он что-то... О, Legendary Egg тебе предлагает. О! А ты ему что? Я ему отдам раскраску. А, все. Все. Он тебе отдал Legendary Egg и еще что-то, а ты ему какой-то океан. Чувак, спасибо тебе. Так, а ну-ка, давай посмотрим. Так, а может это Pets? Наверное. Да! Это Pet! Класс. Смотри. Спасибо тебе. Я, блин, забыл посмотреть, не забыл, вернее, не увидел, как его зовут, но вы все видели это на экране. Это вот он, Рокс. Да, да. Так, телепортируемся. Тыц. Круто, да, что мы телепортер купили? Конечно, удобно. Сразу раз и обратно вернулся. Тыц. Сейчас тут будет бубух. Тыц. Еще раз. А, сел. Сразу сел. Да, нам надо рюкзак. О, нам хватает! Нам точно надо рюкзак апгрейдить, срочно. Так, где бай? Вот он, бай. Так. О, давай вот этот сразу. За 150? Окей. Да, вот этот, смотри, шесть. Да, ты тогда сможешь реже подниматься на поверхность, да? Буньк, телепортнулся. Нифига у тебя какая бочка за спиной. Вот это вот меч. Ну. А, ну вот, прикольно, да? Да. Теть. О, смотри, сейчас денежки будут сыпаться. А, такая охота за деньгами, за золотом. Срочно, всем собирать золото. Охотники за золотом, да? Сейчас пока закрыто. Тут такой охранец такой, вы не пройдете сюда. Пока закрыта, что ли, шахта, да, Марин, получается? Я тебя ща вот так вот зарежу. А ну пропусти нас в шахту. О, отлично. О, погнали, давай. Так, давай сейчас здесь. Тыц. Ой, у тебя уже сразу. А, я забыл просто сел сделать. Да. Что-нибудь надо прикупить, а то деньги есть, а купить не знаешь чего. Вау, ты видел, как я сейчас подорвал? Круто. Офигеть, вот это был взрыв. Просто материал, видимо, мягкий. Сейчас подорвется и... Непонятно, что там происходит. Это Ян тут копает. Ян копает и копает. Все, так, о, вон мне... золото. Это же золото? Да, это золото. О, видишь, сразу плюс 300. Щелчок кота. А, я как Танос, да, типа? Крутой я, да, Танос такой? Смотри, и... Все. И минус шахта, да? Во, я до вас дошел. Привет! Привет, Red Cat Mine! Может быть, с вами Red тут хоть куда-то хоть чуть-чуть денег мне заработать. Ой, я вам комнатку сделал. Это ваша квартира. Спасибо. Так, поселяйтесь здесь. Вы можете поставить здесь кроватку. Спасибо. Так, сел. Телепорт надо было поставить. Ай, да, сори. 26 тысяч сразу скинул, нормально. Давай посмотрим, что нам надо купить вообще в шопе. Так, пошли. Что там вообще есть? На что нам копить? Да? Мы можем купить себе вот это. Да нет, это слабое. Стой, это есть. 400, что она дает? Майнинг Пауэр 60, Speed Boost 20 ускоряет. О, TNT за 250. Вот это? Вот это, нет, вот назад, за 500, то есть, да, получается? Подожди, а вон та следующая, вот следующая. Вот эту давай за 550 Power Gun. Все, давай, иди копай. Вот ее, короче, мы сейчас будем это копать. Это из... Как? Garry's Mod. Да, давай. Это же пушка из Garry's Mod. К нам возвращайся. Вот в ту, да, вот в ту яму. Там мы все тебя ждем. Вот эту? Да, вот здесь, в самом низу. Вон туда. Ты видел, я же даже подлетел. Ничего ты как отскочил. Вот они, мы все здесь тебя ждем. Так, давай сюда поставим портал. Да, чтобы ты мог сюда возвращаться. Да, так будет намного лучше. Давай. Вау! Поехали. Смотри, телепорт в воздухе. Ну да, ты же должен куда-то возвращаться. Это больше на наложку похоже, да? Ага. Чем на телепортер. Да. Слушай, Майнинг Симулятор это прикольная, да, игра? Да, ну я вам советую поиграть в нее. Ну, сейчас главное нам попробовать. Нам главное попробовать накопить на этот. Да, я специально так написал. Потому что нам там пишут, что я так люблю ваш канал. Это нам пишет Таня 12512. Ну, спасибо тебе, ты очень крутой катагеймер. Это, по-моему, девочка, да. Ну. А может быть и мальчик, не знаю. Да, это девочка, ты был прав. Как ты это определил? Потому что я там по скину увидел. А, ну да. Точно. Так, тю. Все, я телепортировался к вам, пацаны. Давай. Мы здесь тебя ждем. Мы еще ниже... А, вот, ты ниже уже ушел.
Смотри, Брэд Бои. Брэд Бои. Твое яйцо вылупит. Я же тебе говорил, что оно, блин, вылупиться должно, а ты мне не верил. Он сейчас первого уровня, давай спускайся. Вот это прикольно. Да. Брэд Бои. Ну что, мы уже почти накопили денежки. Да не почти, мы уже даже больше накопили. Да. Все, давай сейчас продадим то, что у нас есть. Так, to surface. Да, продаем. Посмотрим, сколько у нас станет денег. С бомбой, конечно, копить вообще моментально. Да, вот так. Можно накопить на все, что угодно. Так, у нас уже скоро будет 700 тысяч. У нас 683 тысячи. Давай, та пушка нас очень интересует. Попробуем ее в деле. Она даже дальше стоит, чем нюк. Вот она, давай, покупай. О-е-е, круто, ты ее взял. Ну-ка, давай попробуем ее. Вау! Уже давай какую-нибудь косметику сделаем. Давай, но у тебя, наверное, денег-то нету, сейчас уже не осталось. Нет, у меня в инвентаре, смотри, так, сейчас. Вот, смотри. Такую выберешь. Не знаю, да, мне кажется, по умолчанию. Ну, выбери какую-нибудь красную, попробуй. Ну-ка. И давай оранжевую, оранжевую. Давай, давай. Во! Во, ну давай, погнали. Сейчас посмотрим, как она копает. Нифига она на расстоянии на какое. О, она так на такое расстояние может прям дуть копать, да? Вау, посмотри! Давай в самый низ иди. А у тебя телепорт-то еще стоит? Да, и вот здесь давай попробуй раскопай, ну-ка. Вау, посмотри! Офигеть, нормально, это очень быстрая штука. Класс, смотри, она разные камни берет, да? То есть вообще... Да, она вообще все берет! Обалдеть, круто. Бомбочка, она сразу на месте как бы много делает, а этой штукой очень быстро можно копать вглубь. Да. А попробуй туда в сторону, не вглубь, а вот так прямо просто. А ну-ка, обсидиан, я смогу? Да, да, смотри, как я быстро. Причем, причем она еще издалека стреляет, да? Да, смотри, сколько нам сразу дали. 34 тысячи за раз, вот это круть. Да, давай, самая крутая пушка обратно в мире, да? Угу. Тю. Ты на телепорте такой в воздухе. Такие шоки такие, шо за фигня? Ой, какие красивые камешки золотые, надо было их майнить. Вот эти? Ну ладно, да. И видишь, она на какое расстояние может стрелять? Она, то есть у нее очень длинная дистанция, на которой она может стрелять. Да. Пойдет, пойдет. Кстати, это топовая пушка, пушка, советую ее купить. Ну, я думаю, что кто постоянно в эту игру играет, у них, наверное, и покруче есть, но для нас это прям реально удивительно, ну, да? Ну, это очень крутая пушка. А чего у тебя там слева копится? Вон там, видишь, 4660 из 6000. Это что такое? Это ну-ка, давай, рюкзак. Копай. Это рюкзак. А, это наполняемость рюкзака. Все. Это дровит, я знаю это. 93 тысячи за раз. Это офигеть, как быстро. Да, мы сейчас можем накопить еще на что-нибудь. Давай вообще какую-нибудь косметику купим? Давай, конечно. Крейтс. Слушай, сколько купим крейтов? Ну, да я не знаю, давай на все покупай, пофиг. Все, купил, да? А, ты 5 штук купил. Так, и что? И что там? Это крейтс. Крейтс. У тебя 5 эпичных. Да, сейчас посмотрим, что выпадет. И... Вау! Pink Sparks. Окей, давай еще. В этот раз нам попадется... А я когда-то брал 10 крейтов. О, змеиный, прикольно. Змеиный вот этот, классный, мне нравится. Так, и еще. Скейтер бой. Ну тоже такой стикер бомбинг прикольный. Так, и сейчас будет последний там. Так, так, так. О, смотри, антент. Ага, античный. Нет, еще один остался у тебя. И последний. Все. А, пони. Пончики, прикольно, донатс. Ну. Все, класс, давай. Так, тут скин. Давай какой-нибудь. Мне знаешь, какой понравился? Змеиный. А тебе какой понравился? Вот этот. Ну давай его используй. Все, супер, бери свою пушку. Смотри! О, класс! Отлично! Блин, ну с таким оружием можно теперь нормально нам добывать, да? Так. Тю. Давай, вот золотые вот эти всякие добывай, не простые, а именно с материалами. Тогда видишь, 56 тысяч у него стоимость, прикинь? Да. Офигеть, вот это реально удачный камень. И вот золотые всякие, вот такие нужно добывать. Видишь, у них value показывает снизу, это значит сколько он стоит. Я знаю. Раби. Руби. Руби. Руби, 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 руби. Песня такая даже есть. Так. О, смотри, она продолжается. Я ничего не делаю, она сама стреляет. Смотри, криксаниум, криксаниум. Да, нам теперь надо, короче, рюкзак прокачать, и тогда мы сможем купить себе... Опять 56 тысяч. Сможем еще больше. О, классный камешек. Что это за камешек? Дровит. Дровит какой-то, да-да-да. Вон он, еще зеленый, по-моему, тоже дровит.
А, нет, это эмеральд обычный. Он стоит 1000. Ну, все равно это не так много. Тот-то вообще капец. Глувстоун! Ой-е. Ты сейчас за этот раз, блин, в шахте вообще нормально накопаешь. Да, это самый мой удачный... Заход. Это самая моя удачная покупка, да? Да. Так, лава. Лава, лавастоун 2800 тоже неплохо. Опять этот дровит! Блин, вот это самая тема. Дровит лучше всего добывать, да? Да, смотри, 56 тысяч. Супер. Легендарь... 252 тысячи! Да. Обалдеть! Хорошо, что у нас есть эта пушка, да? Да, мы его сейчас быстро прокопаем. Есть! Вот сейчас ты, блин, рюкзак свой освободишь. Капец, тебе денег сразу дадут. Я прокопаю сейчас, ищу какие-нибудь камушки. Вот он, вот. Опять он. Дровит! Супер! Так, И. Это тоже неплохой. Ураниум! Ураниум. Ядовитый камень. Эмеральд, так. Даймонд. Тоже неплохо. Диамант. Тоже неплохо, даймонд. Диамонд, диамант. Диамант. Лазурит. 14 тысяч. Криксаниум опять. Офигеть. Блин, какое разнообразие здесь на глубине, да? Да. А как вы думаете, где лучше, на вершине или в глубине? Конечно, в глубине. Для этого и есть шахта, чтобы глубоко уходить. Эй, ты этими пустышками заполняешься рюкзак. Давай вот эти. О май гад. Ну зато мне больше... Опять! 252 тысячи за один камень. Нас, наверное, сейчас будет миллион. Ну блин, да, мы в этот раз много собрали. Ты телепорт надо сюда поставить, чтобы потом вернуться в это удачное место. Все. Все, окей. Теперь это наша шахта. Лепис. Так, вот даймонд, диамант. У нас чуть-чуть еще места в рюкзаке есть. Все, сел, пойдем посмотрим, сколько денег. 878 тысяч! За один заход, обалдеть! Да, это вообще пипец. Так, давай туда же телепортируемся. Очень крутые пушки мы купили! Да, лопаты, копалки, с нами стоят сейчас все подписчики рядом. Короче, крутая игрушка. Спасибо вам всем за поддержку. Да, мы даже не играли в нее так прям активно, я, по крайней мере, не играл. Теперь будем играть поактивнее. Игруха крутая, классная. Очень классно, советую вам в нее поиграть. Да, я думаю, все уже и так знают, давно нам советовали в нее поиграть. Если вам понравилось, то обязательно с вас лайк, подписка. Да, и теперь мы все катагеймеры, да, будем? Да, вы все танцуют, смотрите. Прикольно. Круто поиграли. Ладно, спасибо всем подписчикам, кто был с нами на канале. Все, в следующих видео увидимся. Все, да? Всем пока! Пока! Пока!